Всем привет, с вами Алена, и сегодня в этом видео мы будем разыгрывать 10 описаний халата из пряжи Ализе Пуфи. И давайте вспомним, какие были условия розыгрыша. Вот это видео, которое нужно было репостить в свою социальную сеть, в любую. И условия были такие. Нужно было сделать репост этого видео и закрепить его на своей стене до розыгрыша. И второе, нужно было разместить ссылку на репост здесь в комментариях к этому видео и не удалять репост до розыгрыша. И сейчас я вот уже заранее выписала участников, которые оставили комментарии со ссылками на свои профили. Получилось 13 человек. И сейчас давайте я проверю, все ли участники выполнили условия розыгрыша. Ну и давайте по порядку. Первый участник — это Анна Шор. Проверяем. Открываем страничку, смотрим. Запись закреплена, репост есть, участие принимаем. Значит, здесь давайте отмечу я зеленым цветом того человека, кто выполнил все условия розыгрыша. И второй участник у нас Алина Хорькина. Смотрим. Пользователь скрыл страницу, а это нарушение условий, поэтому этот человек в конкурсе не участвует. Дальше. Наталья Козубенко. Проверяем. Вот мой репост моего видео. Все нормально. Отмечаю зелененьким. Так, следующий участник у нас Валерия. Здесь смотрим по ссылке. В первых трех проверяю. Нет моего видео, значит, тоже этот человек в конкурсе не участвует в розыгрыше, вернее. Следующий участник — Айзерак Шалихова. Айзерак, извините. Вот мое видео. Здесь, правда, без картинки, но ничего страшного. Запись закреплена. Все нормально. Так, три человека у нас уже принимают участие в розыгрыше. Дальше. Яна Рошен. Здесь запись, репост был на Pinterest, поэтому я засчитываю этот репост. Так, а где он сейчас? Подождите, я его найду сначала. Так, что-то я его не вижу здесь. Так, что не открылось. Нет, как я не могу засчитать этот репост, потому... А, нет, извините, вот он. Вот он есть, все нормально. Вот, на первой странице. Поэтому... Яна тоже участвует. Следующий участник — Елена Подрядова. Тоже запись есть, репост есть. Вот он. Выделяю зелененьким. Следующий участник — Наталья Владимировна. Здесь тоже есть репост, все в порядке. Так, кто у нас дальше? Светлана Якимова. Смотрим. Ну, вот в третий пост, ну, тоже засчитаю. Так, дальше. Ирина Мусиенко. Проверяем. Первые три я смотрю, дальше не смотрю. Все, здесь нет моего репоста. Извините. Ольга Петровская. Здесь тоже страница закрыта, поэтому конкурсу такие участники не допускаются. Кто у нас еще тут есть? Вот Ксюха Кума. Проверяем. Смотрю первые три поста, но нет моего репоста, так что извините. Юлия Сергеевна. Репост есть.
Участвуем в розыгрыше. Ну и все. Получается, у нас участников меньше, чем призов. Поэтому, девочки, я вас поздравляю. Вы все получаете описание. Тут нечего разыгрывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 человек получают от меня бесплатное описание халата Ализе Пуфи. Я с вами свяжусь по тем социальным сетям, где был сделан репост моего видео, и уже напишу вам в личное сообщение, как можно получить это бесплатное описание. Спасибо большое всем за участие. Будут розыгрыши, пожалуйста, участвуйте. Призы нереальные, я разыгрываю всегда, никого не обманываю. Всем пока-пока!